друзья! Всем привет из солнечного Адлера! Мы с Жасминой решили дополнить свой блог прикольными историями, стихотворениями, баснями, анекдотами. Для этого я создал отдельную папочку, и вы это все можете посмотреть там. Итак, сейчас, сегодня для вас басня «Бухая мышь». Сергей Мехлаков написал ее. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. О, как же смерть моя глупа! Я гибну в жигулевском пиве. Было бы сто раз я счастливей погибнуть в лапах у кота. Ну что ж, сказал с окна котище, пожалуй, я готов помочь, но вы ведь превратитесь в пищу. Прошу, спасите кто-нибудь. Кот спас ее, но оказавшись в грозных лапах, дрожа до кончика хвоста, пивной распространяя запах, мышь ускользнула от кота. Где ваша совесть, мяу? Где ваша честь? Вы обещали дать вас съесть. Ну что вы? Мышка пробежала. Я это спьяно обещала. Мораль стучится прямо в дверь. Нетрезвой женщине не верь. Друзья, спасибо, что до конца досмотрели. Лайкайте, подпишитесь по-братски. С нами интересно.